Я Марат Жаламбаев, член оргкомитета создаваемой партии «Алга Казахстан». Заявляю, что у нас нет никакого нового справедливого Казахстана, о котором нам любят заявлять такая лжец. Я выдвигаю свою кандидатуру по одномандатному округу выборы Мажилис. Вчера, 16 февраля, прокуратура Сарахтинского района вызвали меня и говорят, что против меня они возбудили административные правонарушения, что я якобы занимаюсь предвыборной агитацией, что я призываю народ голосовать за меня. Но этого нигде не было, ни в моих постах, ни в моих видео. Я в своих постах и видео снимал, что я выдвигаю свою кандидатуру депутата Мажилис и нуждаюсь в денежной помощи для стартового депутатского взноса в размере 1 миллион 50 тысяч тенге. Кстати, все провластные партии освобождены от этого взноса. Это Аманат Нуратан, Акжол, НПК, АУ. Вот вам справедливый Казахстан. Меня, как их, партия не финансирует. Я не олигарх, я независимый кандидат. В моих призывах никакого нарушения нет. Я предлагал поддержать меня финансово, чтобы я мог внести обязательный избирательный взнос. А теперь смотрите это видео из Караганды. Партия Аманат нарушает все законы. Занимается предвыборной агитацией, вывешивает билборды. Но после того, как мы опубликовали их нарушения, они в истерике подогнали краны и начали демонтировать свои предвыборные плакаты. Но в любом случае, нарушение закона, нарушение предвыборной агитации нами зафиксированы. Мы требуем снять партию Аманат с этих выборов. Куда смотрит прокуратура? Куда смотрит ЦИК? Мы требуем справедливого Казахстана. Мы требуем снять партию с этих выборов. Нету никакого нового справедливого Казахстана, о котором любит заявлять такая. Алга Казахстан.